большие молодцы! Мишка-обнимашка, так сказочного персонажа называют за любовь к обнимашкам. Потап Потапыч и его друзья поздравляют и обнимают каждого ребенка. В День защиты детей в Шимкент-Плазе проходит праздничная акция «Мы вместе». 50 особенных детей абсолютно бесплатно наслаждаются интересными играми, концертом, катаются на аттракционах «Фанки Таун». Все серии мультфильма «Маша и Медведь» Дима Попков знает наизусть. Мальчик и подумать не мог, что сегодня он увидит оживших любимых героев, а потому эмоции переполняют. Так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. И так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Мы очень рады, что проходят такие мероприятия. Это очень приятно. Нашим детям очень приятно. Они очень довольны. Ну, конечно, всех с праздником, всех детей, чтобы все детки были здоровы, такими довольными. Спасибо, конечно. Веселые аттракционы, игровые автоматы, карусели. Организаторы позаботились о том, чтобы в День защиты детей все желания маленьких шимкентцев сбылись. Праздник для детишек удался на славу. Колесо обозрения, карусели, разные такие автоматы. Здесь даже можно посоревноваться на ловкость. Поехали! Давай, давай, давай! Ай. Аба! Гол! Сегодня мы хотим поздравить от имени всего ТРЦ Шимкент-Плаза всех детей с праздником. Сегодня особенный день, сегодня как раз таки их день. То есть в обычные дни мы можем даже немного забыть про то, чтобы дарить им счастье постоянно, но в такой день это как раз таки повод, чтобы вспомнить. На этом сюрпризы не закончились. Ребятишек ждал праздничный стол. Вкусными сладостями угостили всех маленьких гостей Шимкент-Плаза.